Казахстан — это страна, которая прикидывается бензоколонкой. То есть Казахстан — это бензоколонка, которая прикидывается страной. Ну, в принципе, это так. Сейчас это так. Вся человеческая история — это история системы отложенных штрафов. За все платить надо будет. За все, за молчание приходится платить. Не только политической жизни, а вообще вся обыденная жизнь и функционирование общества может быть в значительной мере объяснено вот в этих понятиях, категориях симулякра, потому что степень фальшивости, подмены понятий просто зашкаливает. Суд рассмотрит ваше заявление в течение 2 месяца. Спасибо, до свидания. Следующий. А побыстрее никак нельзя? Следующий. Вы поймите, ситуация очень сложная. Помогите, пожалуйста. Следующий. Я думаю, что когда человек, прежде всего, уважает себя, уважает своих сограждан, уважает свои права, отсюда начинается независимость. А когда все решения принимаются, в том числе стратегические, эпохальные, допустим, такие как Еврозес и так далее, если это принимается без учета мнения каждого, я думаю, это не независимость. Поколение 80-х, ну, это был Советский Союз, и они хотели, ну, хотели действительно слома всех этих старых формаций. При Советском Союзе был какой-то плюрализм мнений при принятии решений. То есть не все зависело от генсека, а были еще какие-то структуры, которые влияли на принятие общих решений. Сейчас мы наблюдаем, наверное, какую-то феодальную систему власти. Нургиса Тлендиев, Махамбет. Пьеса посвящена казахскому поэту XIX века Махамбету Утемисову, борцу против феодального гнета. Всем понятно, что существует режим такой бархатной диктатуры. Достаточно зарабатывать денег, достаточно жить как все, и тебя не будут трогать. Но если ты начинаешь интересоваться какими-то вещами более важными, чем просто зарабатывание денег, то, конечно, здесь все может кончиться плачевно. Здравствуйте, у меня тут такая проблема. Участков выселяют из дома, а в его РОВД мое заявление не принимают. Я несовершеннолетний, у меня документов нет. Вот только метрика. Ваше заявление мы рассмотрим в течение 2 месяца. Спасибо, до свидания. Следующий. Вы что, издеваетесь? Какие 2 месяца? Есть очень хорошее выражение. Мне оно очень нравится. Оно относится к одному человеку и относится к народам. Оно может быть сформулировано следующим образом. Вся человеческая история – это история системы отложенных штрафов.
За все платить надо будет. За все, за молчание приходится платить. Промолчи, попадешь в богачи, это, конечно, выбор. Это твой выбор. И тебе кажется, что вот моя хата с краю, говоря русской пословицей, все пройдет. Не пройдет. Прилетит обратно. Ну, у меня там брат в тюрьме сидит. У нас участковый дом отбирает. Пусть твой брат сам придет и подаст заявление. Я вам еще раз говорю, у меня брат в тюрьме сидит, он хозяин. Как он сюда придет? Не шумите, пожалуйста. А то охрану вызову. Спасибо, до свидания. Следующий. Здесь создают идола, в котором нет внутреннего содержания. Абсолютно. Потому что просто власть ради власти, ради того, чтобы ей упиваться, а не в служении общества, оно не может быть, не может иметь будущего. И вот в терминах, которых вы хотите объяснить и понять это вот классическое выражение, если вы вдумаетесь, симулякра. Симулякр, оно генетически еще восходит к Платону. В его понимании это была копия копии. А в современный контекст философию постмодернизма ввел его Жорж Батай. И после этого было много интерпретаторов, наиболее известный и выдающийся, который практически разработал целую теорию, которая называется критическая теория, теория симулякров, это Жан Бодриар. И оно особенно стало известное, вы, наверное, помните, был такой культовый знаменитый фильм «Матрица». И после этого фильма симулякр стал такой общепотребительный и в широкий дискурс вошел. У Бодриара симулякр – это копия, оригинал, который потерян безвозвратно. Брат, лекте! Беги! Узнать! Вот сам заведенка, ну, с умой! Ну, что могу сказать? Доктор. Сам денег сейчас не буду. Енді жуба, бір жыл болды ғой келмегенде. Желаю тебе всего самого хорошего, успехов, удачи. Да я вот прокурор. Сорши сөйлеу керек. Сөйлесін де енді. Ниетін айтсын да тілегін. Қырсы ғой еді. Открытого неба над головой. Отдельного кабинета. Расти. Будь достоин. Ильчик. Всего тебе. И семестр. Ой, тарбилет. Участковый дым. Орны сатып алып бер. Жуба, ағатай. Сөзін бөлме, жуба. Жуба, ағатай. Сөзін тыңдап бітірейікші. Жарай. Онда мен дос айтам. Бұлай болсын. Сендер, осы кімсіңдер? Машиналарың бар. Балаларын шеді доқиды. Үйлерің бар. Ал біз Совет мемлекетінде өмір сүрдік. Бәрінде таза еңбегімізбен табатын едік. Біз таза өмір сүрдік. Біз ешкім крышевать еткен жоқ. Жоғыра жықта көкелеріміз болған жоқ. Сендер жас мемлекет құрдыңдар. Бәрін саттыңдар, бітірдіңдер. Ал біздің кезде ондай болған жоқ. Сендер шіріген жұмыртқасыңдар. Сатқынсыңдар. Есіңдер ме? Сендер нағыз сатқын ешсіңдер. Ал осы үшін
Шейк. Шиндер. Был Советский Союз. Были колонии, был ГУЛАГ, здесь было много лагерей, здесь было много тюрем. У нас, в принципе, зашкаливает на каждый город, на каждую область количество тюрем. И все это накладывается на нашу азиатскую ментальность, наше молчание вечное. И вот получается такая адская смесь конформизма. И власть в этом конформистском обществе, которое... Это общество не сделало конформистским, это общество всегда было таким. И власть не может прийти и быть другой. И вот эта идеологическая выработка 70-летняя в нескольких поколениях, она привела к определенному социальному результату. Она привела к тому, что общество в целом, которое пытались, так сказать, объединить, оно страшно атомизировано. И в нем сформировался... То, что я называю, или назвал это не я, назвали политологи, синдром выученной беспомощности. Ничего сделать нельзя. Себе дороже, если ты будешь вякать. Против государства не попрешь, против силы не попрешь. Хасин. Салам. Ой. Иволгович? Айтпақшы. Иду басад. Ремонт жасау мен. Жартақ жасымдар. Көріп тұрсын ғой. Қандай үйде тұрып жатқан. Босат. Сен мен түсінбедің. Мен саған қарыз емеспін. Үй менікі түсіндің ба? Важно было показать не хороших и плохих. Для меня важно было показать то, как люди в силу обстоятельств превращаются, по сути, ну, местами вне человеков. Но трагедия в том, что все они люди. И у всех есть добро, у всех есть понимание происходящего. Не верим в институты, ни в какие. Ориентированы мы на персоны, с которыми бороться себе дороже. Не умеет делать выбор. И еще, что хуже, нести ответственность за свой выбор. И вот результат всего этого сформировалось общество, которое не реагирует, как социальная система, вот на такие проблемы. Поэтому никто не выходит защищать там свободные СМИ, через которые они только и могут получать хоть какую-то информацию, на основе которой можно хоть какие-то решения принимать. Они не реагируют на убийства, в том числе Алтынбека. Хорошо, вот вы много говорите об авторитаризме, тоталитаризме элементах в Казахстане. Но в чем это проявляется? Вот вы лидеры политической оппозиции. Живы, здоровы. Они пытались, что как провоцировать драку. Мы сидели, молчали. Они говорили какие-то выпады, оскорбительные слова. Мы сидели, молчали. Мы боялись, потому что в зале находились делегаты конференции из районов, простые люди, которые никогда не попадали в такие ситуации. Многим было за 50, даже были участники войны, аксакалы. Думали, что если сейчас провоцируют драку, пострадают в первую очередь они. Глава
арестовали вот, в белой одежде, он на фотографиях есть, вы его видели. Палки ударил по голове человек, который сопровождал меня. Когда он упал, они нанесли ему несколько человек достаточно ощутимый удар, и сегодня он попал в больницу. Если власть занимается террором в стране, никакая охрана не поможет. С бандитами мы бандитским методом разбираться не хотим. Когда не соблюдаются законы, когда уже криминалитет тесно связывается с властью, и власть пытается использовать вот таких людей против оппозиции, мне за будущее этой страны становится страшно. Вот это попытка отрубить, во-первых, критическое мышление, во-вторых, возражение и, в-третьих, действия против каких-то, с вашей точки зрения, неправильных вещей. Целый ряд шагов власти предпринимают просто еще и для того, чтобы ограничить мобилизацию, чтобы не происходило мобилизации каких-то общественных процессов. Это не значит, что вот носители вот такого понимания смысла человеческой жизни, что они, садисты, готовы там вот таким действием, это же по нарастающей шло. Помните убийство там, дочки активиста оппозиции? Произошло убийство Заманбека Нуркадилова, потом уже реальная драма, реальная трагедия для части общества, убийство Алтынбека Сарсенбаева с его помощниками. Чем это обернется для истории Казахстана, но я все время вспоминаю, как Алтынбек сказал, что чем круче авторитаризм, тем страшнее и катастрофичнее его конец. И он приводил слова Ковериджа о том, что то, что начинается страхом, очень заканчивается безумием. Мы тогда думали, что это трагедия, мы его называли и актом политического террора, и национальной трагедией. Оказывается, как некоторые говорят, жизнь в полоску, да, черное и белое, и думали, что это то самое черное. Оказалось, то еще было не самое черное, это было некое серое, за которым в реальности мы тогда не заметили, не поняли, за которым маячила реальная черная, когда произошла Жанаузенская трагедия. Это вот трагедия национального масштаба. Если кто-то думает, что это забудется, она будет стерта с памяти людей, это глубочайшая ошибка. Передо мной стоял парень. Вдруг он начал приседать резко и лицо руками закрывает. Я смотрю на него, он ладонь к лицу прижимает, а сквозь пальцы кровь бежит. Кузин бит вот этот, мне же это хангит. Алаканы арасан. Алаканы, эй, кудаим, алаканы арасан. Сразу уже ойландым, да, автомат. Сердце ёкнуло, сразу понял. Автоматы, пули, все настоящее. Только приготовился бежать, ну не резко прям с места срываться, но готов уже был. Только поворачиваюсь, и пуля в горло попала. Если будет необходимость там, мы тоже будем использовать оружие. Мы вначале используем то, что дает возможность успокоить нашу толпу. Если она будет убивать наших полицейских, извините, вы что хотите делать? Мы будем использовать оружие. Это однозначно. И
И вот эти люди, людишки, которые принимали об этом решение, они не отдают отчет и думают, что если сегодня в официальной печати, в официальной СМИ им удалось, и они сейчас выглядят процветающими, во всяком случае, но то в будущем, мало того, что, я думаю, они их проклинают близкие и сочувствующие тем, кто погиб, пострадал. Естественно, будет глубочайшая негативная оценка в будущем, будет обязательно дано. И как это отразится на их потомках, об этом эти не задумываются, потому что они реально живут вот в мире самообмана, в мире фальши, того, о чем мы говорим, столь продолжительно, в мире симулякров. Скорые рапорты прокуратуры о том, что следствие окончено, общество оценило скептически. Независимая общественная комиссия заявляет, что далеко не все материалы были переданы в суд и рано объявлять о завершении следственных действий. Из-за однобокости следствия люди проводят собственные расследования. В сетях появляется видеоролик, где внимание акцентируется на количестве стрелков карательного отряда. Вот этот человек начинает первым расстрел женоозенцев с расстояния 35 метров. На этих кадрах огонь на поражение ведет стрелок с двумя пистолетами сразу. Далее мы видим, что по живым мишеням одновременно стреляют 11 полицейских. 10 из пистолетов плюс один автоматчик. У следствия другая арифметика. Уголовные дела заводятся только против 5 стрелков. Хотя по свидетельствам очевидцев и видеозаписям, как минимум 1,5 десятка полицейских ведут интенсивную и немотивированную стрельбу по безоружным горожанам. Между первым выстрелом на этом видео и последним прошло 2 минуты 35 секунд. За этот промежуток карательный отряд прошел 185 метров. У них было 29 автоматов. 4 магазина. На них что, враг нашествием шел? Если с двух сторон было бы столкновение, если бы с двух сторон стреляли, тогда бы еще возможно. Но они же в безоружных стреляли. Но никто же не умер из них. Ни пули их не задело, ничего. Все здоровешеньки. Водой там разогнали. Ну, делают же во всем мире там что-то. Газ слезоточивый распыляют, машины всякие водонапорные пригоняют. А эти только оружие применяют. Больше ни до чего додуматься не могут. Органы говорят. Да эти органы сейчас... Орган, дадите мне газ. Круг городских людей. Им как-то плевать на то, что происходит в Жанаузене. Почему? Они говорят, ну это, ну аульные ребята там или уралманы, ну какое нам до них дело? Сами виноваты. Работали бы нормально, получали бы образование. А в свою очередь, аульные ребята говорят, что это, ну это тоже как-то это не наша проблема, потому что они вообще телевизор и газет не читают, им лишь бы выжить. Этническая сегрегация у нас существует, это серьезная сила, которой пользуются власти. То есть, потому что диаспорам тоже как-то страшен любое напоминание о бунте, любой намек на бунт, потому что ну, почему-то все думают, что если граждане борются за свои права, это кончится националистическими погромами. Ну, как бы на этом очень хорошо играет. А на самом деле все настолько схвачено, все настолько сегрегировано и поделено, что невозможно никакое объединение сейчас, невозможно никакое общее выступление за свои права. Потому что все это превратят в угрозу Майдана, в угрозу национализма и так далее. Год рождения! Слушайте, завязывайте беспредел свой, а? Отпустите меня! Что у нас Харатас сделал, да? Что в Харатасе делал? Я бегаю, я каждый день тут бегаю. Бегал? Да, бегаю. А что, нельзя, что ли? Зачем? Что значит зачем? У вас что, запрещено, что ли, здесь бегать? У нас другой закон в Каратасе. Какой у вас закон? У нас хороший закон. У вас нет законов никаких. Извините, ага, я насчет своего брата. Когда отпустите его? А, подожди. А помоги, Мурат Акимутыш. Ну, подпишешься, где ничего Волга? Ничего не буду подписывать. Какая Волга? Где прописан? В Акчебуке.
Зачем Каратаси бегал? Потому что так надо. Каратаси бегать не надо. У нас в Каратаси другой закон. Извините, ага. Я насчет своего брата. Там долго еще ждать? Сенің ағаң ауырып беді. Кеше бүйрегі отказ берді. Қайтыс болып кетті. В смысле умер? Слушайте, может, хватит уже, а? Өлген адам ешкімге қарыз емес пе? Егер қарыз болса, енесі төлейді. Айтшандығы, музыканы өшірді өтші. Ал сендер, өлген адамға қарыз емессіңдер ме? Ербол, все мы умрем, все мы заслужили, кроме танца ничего не остается. Я думаю, это философия нашего общества. Это эскапизм. Если вы помните, когда происходил Жан-Озен, когда были выстрелы, убивали людей, одновременно происходили праздники во всех городах. То есть это пир во время чумы, который у нас происходит постоянно. И вот часов 8-9, когда мы сидели и пили чай, работал телевизор. Вдруг какой-то стук в дверь. Постучался кто-то в дверь 18-го вечера. Мы вообще эти дни сидели как на иголках, боялись малейшего шороха. Я подбежала к двери. Кто? Кто там? И оттуда голос папы. Асико, это я. Я к маме. Это наш отец. Открыли дверь, поверите ли? Как маленький ребенок не может встать на ноги и ползет, так и он стоял на четвереньках. Ben yazdım, yazdım az.
жазылды, әрине құптайды болса бір алды ғой дейсің, жазасын алды ғой мына жігіттер дейсің. Бұлар виновный наказан будет, хоть маленькая справедливость. Ну нельзя им на свободе разгуливать. До сих пор ведь ходят. Почему им позволяют до сих пор работать на прежних местах? Почему им повышают звания? Почему переводят в другие города? Это что, получается, им можно, другим нельзя? Не могу говорить. Каждый раз, когда сюда прихожу, в родительский дом, видео и фотографии, всегда перед тем, как лечь спать, думаю о нем. Постоянно перед глазами его мертвое лицо. Вот здесь след от пули, дырка настоящая. Вот эту картинку не могу забыть. Он ведь к забастовке вообще никакого отношения не имел. Жил своей жизнью ради семьи. Если бы не пошел на ту площадь. Я сейчас живу. Одно название, что живу. Я не живой и не мертвый. Скорбят помимо нас. Кто-то отца потерял, кто-то ребенка, кто-то брата. И все эти погибшие, если так рассудить. Пошли туда на площадь в поисках родных. Без вины все погибли. Не затягивать этот конфликт до декабря. Решить трудовые вопросы нефтяников. Не допустить этой войны неужели нельзя было? Иногда думаю об этом. Сколько нужно было пролить крови, чтобы все прекратилось. Как будто специально жертву принесли. Только тот, кто все это пережил, увидел своими глазами, поймет. Другим не понять. Было сознательное решение. Устроить вот такое локальное кровопускание, чтобы запугать общество, чтобы общество вообще не задумывалось и тем более не пыталось предпринимать никаких шагов и мер для защиты своих прав – экономических, социальных, политических, гражданских. Бессловесное общество. Там гуляла с дочками постоянно. Сейчас не хочу даже. Площадь у меня ассоциируется с теми событиями. Да и в этот дом, когда прихожу, сердце кровью обливается. Не дай бог кому-нибудь такое пережить. Пусть все будут здоровы и живы. Но ноет внутри. Очень ноет. Thank you.
Отчасти, конечно, можно это объяснить и рецидивом прошлого, понимание психологии людей, вождей сегодняшних, потому что все они вышли из шинели прошлого и живут в прошлом, хотя используют все современные методы и потребляют достижения современности, самые дорогие, самые экзотические. Но в их представлении мир остался таким, когда проблемы решаются просто и не только брутально, а самыми жестокими методами. Произошло, люди хотели перемен, они их получили, и сейчас происходит фарс по всем направлениям. То есть фарс независимости, фарс того, что все хорошо живут, фарс демократии. То есть наступила эпоха тотального вранья. То есть и при Союзе было вранье, но сейчас происходит вранье, мне кажется, более циничное. И естественно, что нынешнее поколение, оно должно протестовать против этого вранья и против этого лицемерия. Сегодня трудный день, им нужен хлеб. Хавают то, что дают, как бы обед. Новая работа, дом похож на склеп. Ты хотел настоящий трэп, вот это трэп. Этот день такой же, как и был вчера. Пробивать дождик, чтобы опять забыться до утра. В комнате лампочка, в полтинника не брать. И твой зло играет всю велик, но это не наша игра. Понедельник, каждый день как понедельник. Кто-то упадет на старый велик, чтобы его парить на похмелье. Праздную свою на Василии, пока есть повод для веселья. Кто-то может залететь к тебе на недели. Образ жизни беспредельный, потому что видишь этого парня. У него нету папы, у него нет лаванды, у него нету ванны. Я знаю этого парня, у него нету мамы. Поэтому здесь все быстрее хотят наполнить карманы. Власть сегодня реально думает, что она создает смыслы, но если глубоко вдуматься в их слова, в их действия, и как они говорят, и что они говорят, это полная подмена всякой нормальной логики. На самом деле содержание реальной жизни людей с точки зрения развития и будущего – это, конечно, симулякр в чистом виде. Нам так удобнее. Мы играем в симулякр, потому что нам так удобнее. Мы не хотим отвечать. Мы не хотим узнавать и отвечать за свои действия. Нам так проще. Общество, как обществу, как системе, мы привыкли перекладывать ответственность. Поэтому сверху сказали, теперь вот это вот симулякр называйте таким. Ну, будем называть таким. Скажут другим, будем называть другим. Это не мы, это они. Ведь вы заметите замечательную такую формулировку. Мы все время используем такую дихотомию. Мы и они. Казалось бы, почему мы и они? Какие-то они, это мы. Мы же их выбрали, там, мы их назначили. Они там немножко были, к нам вернулись. Опять находятся в обществе. Другие туда пошли, во власть. Нет, мы четко себя отделили. Мы – это мы, а они – они. И мы все время, значит, перекладываем туда. Это система отношений между обществом и властью, в которую вписываются вот все эти искусственные построения. Обществу так удобнее, оно перекладывает все ответственность туда. Тем удобнее, потому что они полагают, что все, что они пропихнут, так сказать, в общество, оно все скушает. Очень легко, конечно, так статистически говорить про власть, статистически говорить про чиновников, но ведь все они берутся из плоти и крови, они все те же люди, что и мы. И если они существуют, это не просто такой класс, который вот сам по себе отдельно появился. Мне кажется, что общество породило такую власть.
И я думаю, что вот в кинематографе необходимо исследовать этот феномен общества в целом, не делая разграничения на власть, на чиновниках. Потому что любого человека, если дать ему должность, если поднять его из низов, он окружит себя родственниками, и через год мы его уже не узнаем, а может быть и раньше. Это будет невыносимый человек, которого абсолютно растлила власть. Поэтому я считаю, что проблема здесь не во власти, даже не в системе. Проблема, наверное, где-то глубже, где-то в самой ментальности. Здравствуйте. У нас сегодня неприемный день. Вообще-то я ваш новый аким. У нас уже есть аким? Знаете, у вас почти весь годовой бюджет уходит на ВПГ. А что такое ВПГ? ВПГ? Вакцина против гриппа. Грипп. Здесь я просто исследовал анекдотичную ситуацию наоборот. То есть, если в хозяевах была борьба человека с этой системой, то теперь я показывал обратно. А что, если борец придет из самой системы? Может ли верх изменить низы? Это фильм, так сказать, своего рода гипотеза. Вот. Ну, а что получилось, вы увидите. Тенденции развития человеческой цивилизации, механика, технологические прорывы и так далее, не оставляют никаких альтернатив. Только пока на этом этапе развития и совершенствования рыночной экономики, современные права государства, демократические формы управления как основы формирования государства и общества. Других вариантов никаких нет. И в этом смысле то, что мы называем западной цивилизацией, которая входит сейчас уже более 100 стран, больше половины человечества, просто демонстрирует этот цивилизационный тренд. Вот. На него будет оказывать влияние история, какие-то культурные особенности, но только немножко в качестве коррекции, а в качестве такого мейнстрима без вариантов. И я надеюсь, что эти объективные процессы не оставят выбора ни народу, ни власти. Хотелось бы, чтобы это поняли все как можно раньше. Я все-таки оптимист и думаю, что человеку нужна свобода в любом случае. В любом случае нужна свобода, и рано или поздно она возникнет, мир перестраивается. Я думаю, что после изобретения интернета уже ни бархатных диктатур, ни откровенных диктатур уже быть не может. Все, что мы сейчас наблюдаем, это уничтожение последних систем диктаторских. Только свободный ум создает великие произведения, выдающиеся произведения. Он и организовывает общественное устройство, институты строит государственные, нацию созидает, себя созидает. И успех только благодаря свободе, внутренней свободе, я бы сказал. Нет ее, нет ничего другого и всего остального. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy. Cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets? While we stand aside and look. Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book.
want you here to sing these songs of freedom, 'cause all I ever had, redemption songs, all I ever had, redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom.